Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Мэрия направила в прокуратуру заявление на автоперевозчика «Шипотранс». Эта компания ранее нелегально возила пассажиров на «Газелях» в Бахту и Сосновский, а с этого года получила муниципальный контракт на два маршрута, ведущие в Башарово и Сидоровку. Однако уже в первые дни работы она маршруты сократила, а также число автобусов, работающих по ним. Прямо во время праздников руководителям города пришлось разбираться с транспортной проблемой и искать новых подрядчиков. Один маршрут взял на себя госперевозчик КПАТ, второй, номер 143, вообще закрывают. Он вел в Башарово, а теперь туда продлили маршрут номер 136, с которым работает компания «Трансавто». Как сообщает мэрия, на «Шипотранс» подано заявление в прокуратуру для привлечения к административной ответственности. Программа «Экономика». Кировская область – четвертая в стране по реализации молока. Цифра по производству в 2021 году достигла 730 тысяч тонн, в расчете на одну корову – 8 тысяч килограммов. По данным Министерства сельского хозяйства, в рейтинге регионов Кировская область занимает четвертое место по объему реализации молока в сельхозорганизациях. Отмечу, что сейчас в стране развивается рынок растительного молока и мяса. По прогнозам Союза производителей продукции на растительной основе, к 30-му году растительное молоко может увеличить долю до 10% всего рынка молочной продукции. Продажи рыбных и мясных альтернатив на растительной основе к 30-му году могут занять долю до 5% от всего рынка мяса и рыбы. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Открывая какой-либо бизнес, предприниматели часто сильно поглощены связанными с этим сиюминутными проблемами, а потому не задумываются о том, как в дальнейшем будут его содержать. Например, 30% текущих расходов на содержание магазинов составляют затраты на электроэнергию, ведь хороший свет – это один из главных факторов приятной атмосферы, а значит, настроение посетителей и желание что-то купить. Получается, что экономить на системе освещения нельзя, но можно сэкономить на последующем ее содержании, если еще на этапе монтажа оборудования все правильно рассчитать и использовать инновационные решения. Учесть надо множество факторов: расположение ламп, их световые потоки и уровень рассеивания света, количество дневного света в помещении, цветовую температуру и, конечно, сами типы ламп. Ведь даже разные энергосберегающие светильники, например, люминесцентные и светодиодные, не одинаковы по количеству потребленной энергии. Разобраться в сложных терминах и понять, как сэкономить на освещении, не ухудшив, а даже улучшив его качество, помогут в магазине световые решения на Маклина 36, телефон 705-520. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 74 рубля 29 копеек. Евро стоит 84 рубля 7 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.